Плантация. Ну что, начинаем собирать иван-чай. Показываю, как это делается. Показывай, как ты, как правильно. Ну, это какое-то гнездышко. Ну, надо, конечно, отсюда уйти, чтобы не пугать птичку. Хотя, наверное, птичка уже поздно для нее яички. Всем привет! На очередных заготовках иван-чая. Вернее, не на очередных, а сезонных. На ежегодных. Надо немножко набрать себе этой вкусняшки. А запах какой? Когда-то здесь жили люди. Почему иван-чай, кипрей растет в основном рядом с бывшим жильем, на пожарищах. Нынче, сегодня 8 июля, все травы собирают после иван-купалы. Самые полезные, самые сочные. Да, листик один к одному. Цвести только-только начинает. Никаких ни бикарасиков нет, никого. Все экологично. До ближайшего города 60 километров. А там моя помощница шуршит с той стороны. А на самом деле сколько его надо, этого иван-чая? Не, ну конечно, угостить, если кого-то. А так, пакетик набрал, замариновал его, заквасил, вот, на зиму. И ты-то не собирай. Почему? А потому что они не нужны, они вкуса никакого не дают. Это у нас белоголовник. Сейчас еще белоголовника нарвем. Тысячелистник. Тоже полезная травка. Никогда не обращал, как цветет заячья капуста, как мы ее называли. Вот она, как оказывается, цветет. Интересно. Что, пойдем белоголовника немножко нарвем для купажирования кипрейного чая. А вот она, птичка, я думаю, где она? А там у нее птенчики. Вот она прилетела. Полетела. Вон она. Ловит. А вон она. Птенчик. Прячется за ветками. А вон еще один сидит. Видите, нет.
Вот. Мамку ждет. Ну ладно, не буду я тебя пугать. Сиди. Песню знаешь? Незабудки, незабудки. Смотри, красивые. Рябчика спугнули. А, не, бесполезно, к ним не подберешься. А вот это первые грибочки. Нынешние. А какие бабочки? А бабки. Это бабки, да. Это бабки, крепенькие. Вещи. Да, хорошенькие. Красота. Ну надо пошарить. А запах какой? Так, а тут что такое? Что-то уже старое. Это масленочек старенький. Так, ну что, идем на мое ловчее место. В прошлом году, 15 числа, уже лисички здесь были. Нынче, по-моему. Ну, пробежимся по-быстрому. Ух. Так, хороший, это какие-то... По-моему. Какие-то грибы. А ну, а там? Где? Ну, вот. Вижу, вижу. Ну, он уже, наверное... Это первые. Первые проскользнули. И... Да не, я его даже рвать не буду. А это что? Ой-ой-ой. Ну это даже не вешенка. Да не бывает в лесу поганок. Тихо. Тихо. Вот это что? Грибки. Что-то трубчатое, похожее на волнушку. Ты как к нему добраться? А бабочек молоденький. Вот он какой, красавчик. Ну все, грибной сезон начался. Первая волна прошла, много червивых, а молоденьких, ну тоже несколько штучек нашли. И не говорите мне, что надо срезать. Можно всякое и срезать, и выкручивать. Вот, а еще вот один. Ну, грибы только на солнцепёке. В лесу их нет. Берем. А вот и масленочек. Так. А может, нет, масленочек молоденький. Вот он. Молоденький. Красавчик. Что? Один? Один. Нет, грибов еще маловато. Можно сказать, еще нет. Ежевики. Ежевики. Тоже съедобные. Можно кушать. Ну-ка, где там? О, еще красавчик. О. Здесь был какой-то подосиновик. Хотя еще для подосиновика рано. А вот один. А за ним второй. Тропиночка. Опа-на. Так.
ты. Ну, если захотеть, конечно, для запаха с картошечкой можно, можно чего-нибудь насобирать. Хотя бы кислицы. Вот еще один. Ладно, уже срывай. Так, уже. Уже пол кармана насобирал. Где там они? А, пол кармана опять. Маслят. Потихоньку все равно буду идти. Не скопом. А вон еще. То есть на той неделе можно уже за маслятами, наверное, туда ехать. И молоденькие, старых-то практически нет. Угу. Здесь. Сглазил. Кто-то вот тут срывал старенький. А здесь что-то было старое. Видать, масленок был старый. Ранний, о, самый первый. Масленочек. Ну, я думаю, что толку с него не будет. Ну, хотя такой крепенький. Ладно, дома разберемся. Это что? Да. Я бы не сказал, что это поганка. Ну, пахнет, не сказать, чтобы восхитительно. Ставлю я его. Так. Хороший. Такие хорошенькие. Приятно собирать. Еще на этот уже большеватый. Этот большеватый. Ножка червивая. Там два штучки. Правда, подниматься по склону к ним, забираться, они еще будут червивые. Маслятки старенькие. Раз. Два. Так. Рядом больше не вижу. Что там? Это какой-то зонтик. Но у нас их зонтики не берут. Дракончик. Стоит. Вот урожай весь, который собрали. И веников наломали, иван-чая надрали, белоголовника. Короче, продуктивный денек. Ну что, нарвали кипрея, иван-чая, разложил я его на ночь, вот на такой сеточке, чтобы немножко подвялился, чтобы муравьи, паучки какие-то, если были, повылазили. Ну а с утра беру мясорубку и начинаю вот так крутить. Получается вот такая масса. Теперь ее в пакет, в кастрюлю и дня на два на солнышко, в теплое место, пусть квасится.
Совет дня. Когда будете крутить, не пользуйтесь толкушкой, а пользуйтесь веточкой, чтобы листья поступали в мясорубку неплотно. Тогда процесс у вас пойдет более легко и не будет забиваться мясорубка. Ну, на этом все. Вот такой плодотворный у меня получился выход в тайгу. Всем спасибо за просмотр. Удачи на грибном фронте. С вами был Дед Кангар. До встречи. Не забывайте подписываться.